Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1028. События дня. Евангелие от Луки 18:8. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? За 9 октября 2018 года. Объявление. Вчера что? Подготовка к выезду. 9 число, 10-го, думаем, выезжать. Самое главное событие. Игорь Александрович Барабаш все убрал с поля. Если не погода будет, у него много может еще и возле склада пропасть. Я все снимал. Гречка прямо на землю вывалена, пшеница, в склад не вмещается, и ему теперь как скрыть от дождя-то хотя бы. Трава даже не скошена там была, в траву высыпал много. Вот Бог дал. Слава Богу, мы молились о хорошей погоде и по милости Божией. Вот так произошло. Ну, а дали еще тут прощание. Сказали, что там сильно машины ездили и продавили в конце на первом мостике. Ну, они шире колеи, там, не знаю, что это такое. Поехали с Володей, пришлось все это... Ну, кирпичи-то там есть, камень таскали. Мелкий можно было сыпать, но ведра не взяли, и далековато, и так. И корову там сколько развалили, поехала, говорила, чтобы не гоняли туда. Шарика взяла у меня на зиму Любовь. Минаева Люба. Вот, вот он перевез за с ним. Ходили долго. Вчера заснял тут, как покупают скотину, как ее на месте разделывают. Вот так думаем, подготавливаемся, как Бог даст. Как будто так ничего больше и не было. Ну что, благодарили Бога. Знаю, что трудно с уборкой было. По милости Божией, вот так вот. Володя все там готовит по дому. Все законсервировать надо, убрать. Ну и тоже Надежда Васильевна, я тут у себя. Чтобы в 9 сегодня выехать. Сегодня среда, 10-е. Как Бог даст. Ну и сразу показать наши ресурсы, какие есть. Вот первое, это мой мир, где я в шапке. Здесь хорошо общаться. Вот здесь. Вот ленточный наш, называется ленточный форум. Большой, 1600 тем. Ну и видеоканал. Сегодня я поставил тут 8 роликов. Три ролика, кто есть мы. О Грозовском Глебе, который сидит в лагере, в тюрьме. О Владимире Головине меня спрашивают. И о Калинине, которого посадили, не знаю, где он сейчас. Вот только сейчас было нет никого, а уже 54. Ну, на этом все. Благословен Господь. Сегодня выезжать.
готовлюсь. Три кошки с котятами теперь друг друга не принимают на три места отдельно. Тоже забота. Голубей тут передал, и саки там ухаживают теперь за ними. С Володей тут пшеницу туда еще добавили, там больше тонны завезли, так думаю. Тонны. Около 40 голубей. А так кто скажет, чем занимается эта доброта, радость? Все на этом сегодня.